Анастасия Заворотнюк продолжает мужественно бороться с тяжелым недугом. Врачи обнаружили глиобластому у звезды сериала «Моя прекрасная няня» еще в 2019 году. С тех пор актриса перенесла несколько операций, а также курсов гормональной и химиотерапии. Как рассказывают СМИ, жизнь артистки спасло инновационное лекарство, которое появилось в России только в 2018 году. Одна ампула препарата стоит около 155 тысяч рублей. Лечение очень дорогое, однако именно этот препарат, по информации журналистов, помог добиться ремиссии в состоянии Анастасии. Заворотнюк сильно изменилась за время болезни. По слухам, она набрала лишний вес и потеряла свою роскошную шевелюру. У нее случаются проблемы с памятью, а передвигаться ей приходится в инвалидном кресле. Тем не менее, как рассказывают в ее окружении, она пребывает в хорошем настроении. Не так давно режиссер Анатолий Демидов рассказал журналистам, что его знакомый видел выздоравливающую Анастасию. «Мой знакомый совсем недавно видел Настю. Говорит, что она не стала с ним общаться, но поздоровалась, улыбнулась. Была в хорошем настроении», — сказал Демидов. Хотя ходят слухи, что Заворотнюк больше не прячется дома и часто бывает на свежем воздухе. В СМИ до сих пор не попало ни одного фото актрисы после болезни. Более того, некоторые уверяют, что увидеться с Анастасией до сих пор не могут самые близкие друзья. Петр Чернышов, как говорят, не пускает домой даже свою близкую подругу, Татьяну Навку. Поэтому, как кто-то, кроме родных и врачей, мог увидеть Анастасию, остается загадкой.